орхидеи, дендробиум – представитель одного из самых обширных родов семейства орхидные. В природе произрастают в основном как эпифит, воздушная орхидея, что подтверждает его название дендробиум, с греческого «живущий на дереве». Некоторые виды растут на скалах, литофиты, или на земле. Род дендробиумов насчитывает до 1200 видов, встречается в Гималаях, Вьетнаме, Китае, Индонезии. Орхидея небольшого роста, от 40 до 90 см, стебель состоит из цилиндрических псевдобуль. Листья ланцетной формы, 5-10 см, располагаются поочередно на стебле. Из пазух листьев растут цветоносы, которые содержат 1-4 ароматных цветка, диаметром 6-8 см. Расцветка самая разнообразная – белая, желтая, оранжевая, сиреневая, двух- и трехцветная.